Так, всем привет, ребята, с вами я, Марьяна. Конечно, да. С вами снова я, Марьяна, да. У нас снова видео. Так, а про что бы снять? Ладно, про это. Галя! Будем видео снимать? Блин. Процентов пропти. Иди. Я с ботами буду играть. Я не понимаю, что вы делаете в моем холодильнике. Я не понял, что вы делаете в моем холодильнике. Так, ребята. Их 4 будет. Уведомление, Давайте. Поэтому. Я думаю, это вот. Thank you.
Не понял, что вы делаете без игроков? Да, не, я вообще-то видео снимаю. Ребята, на него не обращайте внимания. А, на жопу не обращайте внимания? На Даньку. Ты жопа. Я в курсе. Помолчал. Ты мне неудачу приносишь. Показалось. Так ты сказала, ты жопа. А ты сказала, я Ладно, ребята. Мама! Насыпь у тебя хлопей! На, чтоб ты сок пила. Ну да. Хлопья у тебя. Хлопья? А что, тебе их насыпать? В тарелку. В тарелку, под яиц. Да. Все, короче. Дай снимать видео. Все, короче, всем пока. Самая обычная кукурузная хлопья. Вы эту тему знаете у меня.
очень хорошо знать. Сейчас будет такое мистическое варенье. Драка. Я это вижу. Новый гиалуроновый гель для обличчя не боляке. Ультралегка текстура. Відчути тривалість з зволоження протягом дня. Я надіюся послухати музику танця. Знижка 20% на все на честь дня народження Мірабон. Быстрее, я видео снимаю. Что-то быстрее. Взять. А сам лесом не снимается? Не снимается. Почему? Потому... Что-то с матюками снимается? Нет. А что тогда? Просто сбила. Я хотела игру найти и сбила. Да. Забыла. Мама, ну побыстрее. Мария, мне сейчас увидеть. Тут-то? Тут-то. На балконе нельзя. Нельзя там комнату. Я там замерзну и забыл.
Меня зовут Влада 4. Я сегодня вам покажу, как делать трюки с ручкой. Смотрите. Так, бумага, сколько можно? Ты мне уже надоел. Постоянно со своей камерой. На уроках с камерой, на переменах с камерой, после уроков с камерой. Учиться кто будет? Да ладно, я так уже все умею. Чем мне эти учебники? Он еще и пререкается. Знает он все. Сил моих больше нет, бумага. Итак, сегодня у тебя будет прекрасная возможность доказать, как ты все знаешь. Решено. Ты остаешься в школе и не выйдешь отсюда, пока не выполнишь задание по всем пропущенным предметам. Ну, Татьяна Владимировна. Никаких, Татьяна Владимировна. Остаешься и точка. Русский язык, география, астрономия. Чего? Офигеть, вы слышали? Сидеть после уроков тысячи в пятницу. Особенно еще, когда каникулы начались. Делать мне больше нечего. Так, мы с пацанами сбегали с тюрьмы, с подводного бункера, с космической базы. Она что думает, что я со школы сбежать не смогу? Легко. Да, звучит как невероятный челлендж. Поэтому, ребята, добро пожаловать в ролик «Побег из картонной школы челлендж». Окей, действуем по проверенной схеме. Нужно искать выход. Так, обязательно задвигаем стул. Давайте проверим дверь. Было глупо рассчитывать, что она оставит дверь открытую. Да, ребят, с моими прогулами, я вам скажу, это не самый плохой вариант. Было бы намного хуже, если бы она вызвала родителей в школу. Слава богу, удача оказалась на моей стороне. Кстати, об удаче. Ребята, я практически на 100% уверен, что ребятам, которые подписаны на канал А4, им конкретно везет. Да-да-да, вам не послышалось? Подписка приносит удачу. Сейчас объясню. Приведу пару примеров. Лент однажды подписался на канал, теперь он снимается на А4 и создал свой канал. Мой младший брат, когда подписался на канал, ему стали оценки ставить выше. Вспомните подписчиков, когда мы с ними снимали видосы. Каждый из них был подписан на канал. Кто-то даже выигрывал 1000 баксов. Чтоб вы понимали, одна подписчица нашего канала выиграла Мустанг. И я сделал вывод, что подписка на канал реально приносит удачу. Я, конечно, могу ошибаться, но не было ни одного случая, когда подписка приносила неудачу и делала как-то плохо. Ни одного. Только позитивные моменты. Поэтому, ребята, покупать ничего не нужно. Все абсолютно бесплатно. Нажимайте на эту кнопочку подписаться. И получается, вам начинает фартить. Кнопочка подписаться под роликом. Если что, берете свой телефон, вот так вот переворачиваете, нажимаете и обратно. Не, ребят, вы реально проверьте кнопочку подписаться, потому что многие, они даже не знают, что они не подписаны. Представляете? Она внизу. Ладно, все, продолжаем. Нужно отсюда выбираться. Да, конечно же, нужно проверить учительский стол. Там же по-любому что-то должно лежать. Ключи какие-нибудь. Нет, тут какая-то полка. Шоколадные вафли? Ну, на самом деле, ничего полезного, одни вафли. Надо на фруктики переходить, на орешки. Так, тут какие-то портреты. Коголь какой-то. Это Лев Николаевич Толстой. Так, да Стукачевский. Так, последний Пушкин остался. Ну, пожалуйста, Пушкин, ну, может, там за тобой сейф, потайная комната, ключ. Под картинами ничего. Заценим, может, что-то за доской? Тоже ничего. Тоже ничего. Окей. Шкафчик, полочки, книжечки. Может, здесь какую-то надо вытянуть? Возможно, поможет просто грубая мужская. Что это? Если ты девочка или девушка, то подожди, не пролезь. Я приготовила себе подарочек на 8 марта. Надеюсь, он тебе понравится. Только подожди немножко. Сначала мне нужно его найти. Да. Ты такой классный в детстве был. А сейчас неплохо. Ты такой классный в детстве был. А сейчас неплохо. Ты такой классный в детстве был. Если ты девочка или девушка, то подожди, не пролезь. Я приготовила себе подарочек на 8 марта. Ты такой классный в детстве был, а сейчас не. Мам, если ты девочка, смотри. Ты спать собираешься? Девушка, ты такой классный в детстве был, а сейчас неплохо. Ты. Данила. Спать собираешься? I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Папка, ну собираешься? Собираться. Смотри, мама. Завтра в школу вообще. Иди сюда. Дочь, сейчас, да, я вещи разбежу, пожалуйста. Ну, даже ему спать надо ложить. Ему завтра в садик вообще. Это дома сидит. Потому что в садиках не работает на 11 лонке. Мам! Меня с Винки Пеппер из вот этого из А4. Вот это. Кобяков. Серега. Лен.
This is Daddy Pig. Вот бумага. Сегодня я проснулся и услышал, что Симба очень странно дышал и мяукал. Я еще такого никогда не видел. Я уж подумал, нужно отвезти Симбу к ветеринару. Но потом я кое-что нашел. Симбочка бегал и носил в зубах какой-то шарик. Этот шарик был похож на попрыгунчик. Я кидал его Симбочке, а он приносил его мне. И он просил меня еще раз его кинуть. Я не кинь еще раз. Потом мы подняли Симбочка наверх. Я увидел, что он сам кинул шарик с лестницы и побежал за ним. Он делал так все утро и поэтому так сильно устал. Вот мы и узнали, почему Симбочка так тяжело дышал. Сегодня я проснулся и услышал, что Симба очень... Ой, привет, я вижу тебя немножко грустненько. Давай я тебе подниму настроение своими милыми видео. В этом видео я похож на маленькую палочку с корицей. Итак, я просил покушать, но как же мне отказать? В этом видео я охотился за какой-то штучкой на экране моего хозяина. Даже теперь, когда я уже вырос, я обожаю охотиться за такими штучками. В этом видео я только что искупал. Почему-то хозяин назвал меня Шаурмяу. Что, я поднял тебе настроение? Ой, привет, я вижу тебя немножко грустненько. Сегодня мы у нас дома сделали очень крутую полочку. Ой, мне пришло какое-то сообщение. Хотела бы поздравить Симбочку с днем рождения. Поздравляю тебя, уже годик. Ой, спасибо, Хома. Желаю всего наилучшего, всего хорошего. И, пожалуйста, не кушай тараканов. Ну, они же такие вкусненькие. Не убегай от своего хозяина. Ой, мне пришло какое-то сообщение. Иди сейчас. Я хочу в Китай, Египет, на море, в конце концов. Я в детстве. Африка! Станция Абасракова! Но это же не Африка! Дурак! Представь, что мы в Африке! Иди сейчас! Я хочу в Китай, Египет, на море, в конце концов! Я в детстве! Африка! Станция Абасракова! Но это же не Африка! Дурак! Представь, что мы в Африке! Иди сейчас! Я хочу в Китай, Египет, на море... Алин, может, пельмени слепим? Лови муку! Давай не будем брать столько-то, зачем? Алина, давай возьмем томатной пасты для пиццы. Да куда такую большую бочку, Вильям Бруно, ё-моё! У нас, кстати, сыр закончился, лови! Да мы за год столько сыра не едим, куда столько? Алина, может, возьмем бублики? Да куда столько бубликов? Мы в жизни столько не съедим. У нас, кстати, картошка закончилась. Лови мешочек. Ну, Вильям Бруно, я сама это не унесу. Вильям Бруно, помоги. Да, ладно, давай, помогу. Алин, может, пельмени слепим? Лови... Беседование. Алин, может, пельмени слепим? Лови муку. Давай не будем брать столько... Беседование. Здравствуйте, что вы умеете? Бя. Что бя? Бя. Ну, может быть, вы что-то кроме бя умеете? Подумайте хорошенько. Боби-боби-боби-бя. Беседование. Здравствуйте, что вы умеете? Бя. Что бя? Бя. Ну, может быть, вы что-то кроме бя умеете? Подумайте хорошенько. Боби-боби-боби-бя. Беседование. Здравствуйте, что вы умеете? Булечка, тиёти, круассян. Тяська, кофе и печенье, как Иоанн. Сядись, рядочком тебя поем и позерем. Кока, лёка, всё, и тязя пьём. Ой, а к тёте у нас ещё некая Баська. Тетя, ты что ли? Тётня, ты. Смотри, тётя некая Баська. А ты сёську не уси, по бокам торчат уси. Моих ляпках по-тюсски утькань. Влад, хочешь прикол? Не понял. А, Google переводчик. Знаете, что я понял? Что телефон Глента, $10,000, точно, уже не выиграет. Какой? Как будет называться канал Влада 4, если с него уйдем мы? Как? Влад 1. Гучи флип-флап, спеки, хитчи, бичи. Влад, хочешь прикол? Не понял. А, Google переводчик. Знаете, что я понял? Что телефон Глента, $10,000, точно, уже не выиграет. Какой? Как будет называться канал Влада 4, если с него уйдем мы? Как? Влад 1. Гучи флип-флап, спеки, хитчи, бичи. Влад, хочешь прикол?
хочешь прикол? Не понял. А, Google переводчик. Знаете, что я понял? Что телефон Глента $10,000 точно уже не выиграет. Какой? Как будет называться канал Влада 4, если... Влад, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Это ламба, а это Келли. Влад, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Hello. Влад, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Это ламба, а это Келли. Влад, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Hello. Влад, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Гуляй, алло, раз, два, три, четыре. У него это бегать по коридорам. У него это бегать по коридорам. У него это бег... Чувства испытывал каждый из нас. Иногда после школы ты настолько устаешь, что решаешь поспать днем. Но проснувшись вечером, ты теряешься в пространстве и думаешь, что сейчас утро и не знаешь, кто ты. Еще бывает, что ты сильно хочешь чихнуть, но не можешь. Или не понимаешь, где именно у тебя чешется. Это очень бесит. Также, когда тебе скучно, ты идешь к холодильнику, чтобы похавать йогурт, который ты не съел вчера. Но потом понимаешь, что его там нет. Кто? Эти странные чувства испытывал каждый из нас. Иногда после... Oh my gosh, you guys, look at this gigantic puppet. This is actually insane. There has to be 1,000 bubbles in this. Like, this is literally my hand and how small. Thank you.